готовы? Да. Начали. А совсем неподалеку другие юные спортсмены выясняли, кто из них достоин звания гроссмейстера. Турнир по шахматам проходил тут же. Настольные и интеллектуальные игры разбавили многообразие более динамичных видов спорта, таких как стритбол, мини-футбол или хоккей на траве. По мнению депутата Александра Кущака, такое разнообразие должно пойти только на пользу. Даем возможность ребятам попробовать себя в различных видах спорта, потому что здоровье нации прежде всего. А здоровое государство, крепкое, сильное государство должно иметь крепких, здоровых и сильных граждан. Одним из самых зрелищных состязаний стали танцевальные схватки. Зажигательные батлы представителей брейк-данса привлекли большое внимание зрителей. Кило Брюс на танцполе. Поспорить с танцорами за зрительский интерес могли разве что экстремалы. Велосипедисты, скейтеры и роллеры совершали различные кульбиты и прыжки. В дождливую погоду это вдвойне опасно. Спортивные снаряды влажные, а потому скользкие. Но все же ненастная погода не смогла испортить праздник. Роман Иконников, Владимир Миленник. Новости Красногвардейского района.